Ну, это неправильно комментировать. То есть вы можете ему сказать, я бы хотела, чтобы вот так было, допустим. Он скажет, ну, мало ли, что ты хотела, допустим. Или еще что-то как-то ответит. Ну, то есть вы ему свои желания высказываете. Но если вы начинаете комментировать, это значит, что вы посягаете на его мужское достоинство. Ну, допустим, я читаю лекцию, вы встаете и говорите, Олег Геннадьевич, обратную связь хотите по лекции? Вот честно, нет. Но если вы сильно хотите, можете дать. Ну, то есть с мужчиной так не разговаривают просто. То есть, ну, ему неприятно. Ну, то есть, ну, обратная связь нужна, конечно, но она по-другому делается. Ну, то есть, если мужчине начинает кто-то что-то комментировать, то ему просто неприятно. Это, ну, из него делают не мужчину, а девочку какую-то. Все. Вот поэтому он нервничает. То есть мне просто все, что я хочу сказать, да, говорить с позиции, что мне бы хотелось вот так. Да, и оставить все, как бы, дальше решение за ним, грубо говоря. Ну, вот это классная идея вообще, потому что женщина, она создает атмосферу и влияние, а решение принимает мужчина. И опыт показывает, что женщина, если правильно себя ведет, решение всегда будет в ее пользу, потому что мужчина ей благодарен за то, что она его не трогает. И влиять на ситуацию можно по-разному. Например, если вы видите, что он делает против вас что-то, вы можете поплакать там. Если он спросит, что плачешь, вы можете сказать, что-то мне, вот я не могу это переварить, это мои проблемы, прости, и продолжать плакать. И он скажет, ну ладно, будем как-то по-другому. Ну понимаете, то есть если вы вызываете жалость, это одно состояние мужчины, если вы его упрекаете, другое, если вы его комментируете, вообще третий результат. У вас нет просто возможности с мужчиной себя вести правильно, вот в чем проблема. Вы не знаете просто, как это делать. А причина, вы не знаете силу женщины, вы думаете, вы слабая. Вот в этом ошибка. Вы не слабая, у вас есть сила. Это сила настроения. Женщина создает настроение в доме. Она, у ней, допустим, психика намного дольше реагирует на все. Это тоже сила. Вот, допустим, женщина обиделась, она обижается на 2 недели, а мужчина на 5 минут. Разница большая, то есть она все еще обижается, он уже 100 раз пожалел, что вообще поспорил с ним. Вот, и потом будет думать в следующий раз, надо ему спорить или нет. Ну, то есть, а женщина, она не может простить сразу, и нет такой возможности. У нас на самом деле немножко неправильная ситуация, да, то есть он долго обижается, а я... Ну, тоже долго, но не так долго, как он. Это значит, что он не обижается, а идет на принцип. Это совсем другое дело. То есть, если он идет на принцип, значит, вы реально, ну, как-то ломаете его, как мужика. Понимаете? Mm-hmm. Вот, значит, вы не уважаете его, как мужчину. Мы будем сегодня говорить о том, как женщину уважать, как мужчину уважать. Вы его не уважаете, как мужчину, вот он идет на принцип. Это не обида. Это просто правило, то есть он пытается правила соблюдать.